Я с игрой познакомился в 2018 году. Возможно, частично повлияло на то, что мы сперва с друзьями пытались ее пройти. И это было весело, конечно. Потом у меня появился геймпад, и я начал играть в соло. А потом... мне как-то попался видос Кармика. Он разбирал спидраны. Обходил. И я такой, вау, а чё так можно было, нифига себе. И ну и начал пробовать, короче. Сначала я бегал фулраны на по таймеру на телефоне, короче. Был такой свой вайп, конечно. Когда я не умел настраивать лайфсплит, там всё такое. И хвастался пацанам, о, бля. Пошел за 50 минут. Да. Как-то так все завертелось. Что Cuphead у меня занимает отдельное место в сердце. Апер, привет. Это без DLC, да. Да, согласен, довольно рискованная старта, даже если глич не получится, но ты все равно останешься с 1 хп, а с ним уже тяжелее. Да, согласен, лучше его не использовать в рейсах. Thank you.
Да я думал, раз это твоя затея, ты же вроде организовать хотел. Я просто тебе подкинул идею, типа, мол. Может, у Макворма сыграть. Ладно, ладно, я понял. Может, поговорить. Ну или да, или на твоем они канале. Да я сегодня в форме, оказывается. Ничего так. Нормально. Спасибо. Блин. Ладно. Блядь, что дождь пошел? Бля, не позавидуешь. А, окей. Это реально смерть. Нечего. Плюс 14.
Блять, я запутался. Кстати, даже если сейчас бэпи глич не получится, даже не будет обидно. Выйду в ноль, либо в маленький плюс. Влад, а ты Коптёму-то рассказал насчет твоей затеи? Он хоть знает об этом все? Правда, я до сих пор не понимаю, ну как они делают минуту 19. Хотя вроде бы стратки перенял, вроде бы более-менее те же. Гандем. Окей, let's go. Чмоня. Цикл это радует. Ох, я карту проебал. Бля, как ты, сука, горизонтально так плывешь, бля. О, бля. Бля. Джин самый долгий. Кажись, да. Ну, одновременно, наверное, самый. Один из самых легких на втором острове. Кстати, самый легкий. Остальные подушнее будут. У меня всегда стабильно, вот, где-то 29, там, 27.
Ой, блядь. Срань. Ничего. Спасибо. Не стал душнить. Фу, блядь, какая погода, съебись нахуй. Браузерное оповещение. Откуда она взялась? Привет, Саша. Да. С тремя людьми. Даже так. Казуально со второго трейлера прошел. И то потому, что я не понял, как трек фаза проходит. Спасибо за фоллоу, Саша. Автобусе я не успел. Ну да, сложно сделать здесь отрыв, потому что в ПБ я сделал угол. Так что ладно, жаловаться не буду. Как уж получилось. Тот же паттерн, что и в прошлом трое. То же самое парируемо. Забавно. О, где лоб? Блин.
блин, вот бесит гоняться за ней постоянно. Вот так надо, надо убить, успеть. До того, как она переместится на траву, для меня. Не знаю. Допустим, два лобера. Как я сделал сейчас. И один лобер до... Вот когда она уже отходит. То есть до этого момента. Спасибо, Влад. Попробуем. Что-нибудь вычленить. Окей, на спокойничек, на спокойничек. Начали. Ну я стараюсь, конечно. Начали. Сука, рожа ебаная, блядь. Я ее боюсь. Его. Пиздать. Понял. Даже если на один цикл больше, похуй. Хоть как-нибудь сыграть. Так, я не успею, думаю. А успел, да ну нахуй! Чищ! Никаких бобов. Спокойно. Здорово, Раниш. Привет. Hey, Shang Tsung, thank you so much. Shang Tsung. Shang Tsung. Shang.
Блин, ладно. Не умею я лодером здесь биться. Морской конек, который желтый-то? Или... А, он, по-моему... Или морской конек, который водой плюется. Если водой, то, блин, неприятный на самом деле. Особенно с призраками вот этими. Вот эта камбуха, блин, такая себе. Или с этим угрём, который желтый. Причем жирный. Привет, Манхорс. Ай, блин, карта не накрылась. Ладно. Не стал выворачиваться. Хотя с двумя хп... Да не, нормально, нормально. Ух ты, 2-0-2. Найс. Плиз, no spider. Или хотя бы не первая атака. Блять, ёбан! Нихуя себе. Чё-то, бля, как-то это... Страшно стало. Ой-ой-ой.
Я лучше отойду. О, ноу. Восемь секунд просрал, да? О, привет, Фокси. Привет. Сколько еще стримить? Да фиг знает. А что такое? Спасибо за лил.